посмотрим, получится. Суринамская черри. Да, это суринамская черри. Я ее сама из семечка вырастила. Приблизительно где-то... Очень красивое дерево. 6 или 7 лет назад я ее посадила. Большое дерево. Да, большое дерево. Хорошо. Ну, в мае она где-то плодоносит, в конце мая. Очень много. И она быстро развивается. Она цветет, и через буквально 3 месяца. Ну, то есть, вот, как я понимаю, суринамская черри и еще какое они, очень близкое, тоже черри они называют... Бразилиан, да? Бразилиан, то есть они очень близкие, да? Они близкие, но они немножко разные фрукты. Например, у меня вот это вот называется двор Бразилиан. Okay. Это двор Бразилиан. Это тоже я сама из косточки. Тоже шерри? А, что? Это шерри тоже? Это черри. Ну, я имею в виду, тоже они как бы родственники, да, они близкие? Они родственники, то есть это Eugenia uniflora, а это Eugenia itanguensis. Itanguensis, это... Она близко к бразилиензис, но она не бразилиензис. Ну, по листве меньше. Видно, да, она другая. Вот она это, меньше. Я думаю, вот на мой взгляд, вот это, ребята, будет более морозостойкая. Опять же, мы можем судить по листве, правильно? У нее более мелкий лист, более кожистый, нет? Ну, знаете, вот это тоже на улице. Тоже была. Хорошо, да? Была на улице, вот у этой стены. Ну, это вообще великолепно выглядит. Ребята, вы посмотрите, да. Насколько шикарная листва, насколько реально, смотрите, реально тропический вид у этого растения. Да. И были фрукты первый раз в этом году, через 3-4 года. И прекрасные фрукты, то есть всем понравились. Они черные снаружи, желтые внутри. Вот, а мы с удовольствием ели, сейчас я семена проращиваю. Потому что, в общем, ни у кого этого нету, поскольку я сама это интродуцировала, этот вид. Как бы в Калифорнии его еще нету, даже на Гавайях мне сказали нету. А вот это вот лимонная гуава. Ну, у вас очень хорошая она. Ну, на самом деле здесь две разные. Ага, ну листва крупная, вот это для лимонной. Да, вот это, она, похоже, не очень-то и лимонная. Видите, вот это другое дерево. Ага. Вот ну, вот та вот, как у меня, то да, мелкая. Вот это лимонная. А вот у вас и плод крупный. Вот они разные, да. То есть здесь, только это привитое, что ли, дерево? Нет, так получилось? Два разных дерева. А, окей. У меня вообще много стволов. Окей. То есть вот это я купила в экзотике. У него были, вы были в экзотике, да? Да, да, да. Интересное этот, место. И интересный хозяин. Да, он там... Такой удивительный. Я ходила там, ходила... Хипстер он, непонятно, он интересный парень. Да. Это было, называлось как Big Leaf Large Strawberry Guava. Окей. Okay. То есть Big Leaf Yellow Strawberry Guava, я думаю, он их называл, вот как-то так. Ага. И фрукты у нее на самом деле крупнее. Ну вот она, вот она, вот это у вас yellow. Вот это у вас как бы то, что продается у нас да, на маркете, вот, как желтое. Да, вот это вот то, что даст. Вот это стандартное. Yellow, да, а вот это вот другое. Вот видите, разница абсолютно огромная разница. То есть и листья разные, плоды разные, по вкусу они разные тоже. Видите, вот разница ароматика. В величине плода. Абсолютно другой плод. Да. Ароматика тоже разная. Угу. И на самом деле здесь они сами падают, видите, сколько здесь сеянцев. Вот этот сеянец, например, уже в прошлом году плодоносил. Вау. То есть они тут сами падают, сами растут, сами живут. Да, сами падают, сами живут.